Дорогие коллеги, друзья, сегодня 19 июля, наш профессиональный праздник – День сельвяка. Этот праздник сельвая ассоциация учредила в 2018 году, и седьмой раз мы его празднуем. В сельвой ассоциации сейчас 189 человек. За последнее время к нам присоединились коллеги из Франции, Индии, России, Бразилии. Нас стало больше. Мы несколько лет не собирались очно. Началось это с пандемии COVID-19. И вот в этом году с 23 по 27 сентября мы собираемся на сельвой конференции. Конференции «Сельвые потоки. Катастрофы. Риск. Прогноз. Защита», который пройдет в китайском городе Чэнду. Надеюсь, многих из вас там увидеть. Желаю успехов в разработке проектов защиты от селей, в изучении селевых потоков, в разработке новых методов исследования и борьбы с селевыми потоками. С Днем Селевика!